Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ приглашают вас на Флотскую. Сегодня четвертый тур играют команды высшего дивизиона А. И календарь достаточно интересный, но у нас, естественно, в первой восьмерке все матчи интересны. Ну и Интер-ЦДК, матч претендентов на чемпионский титул, матч команд, которые всегда ставят перед собой большие задачи. В центре внимания Дмитрий Мечков и Валерий Лихобабенко. На ваших экранах два центральных полузащитника, два опытных футболиста, мастера, поигравшие в серьезных клубах, имевшие серьезную профессиональную карьеру и в том числе и в любительской футбольной лиге многого добившиеся, завоевывавшие различные трофеи, индивидуальные и командные, ну и ключевые, наверное, фигуры в своих нынешних командах. Центральные полузащитники, посмотрим, как сегодня они на игру будут влиять. Ну а стартовый сигнал главного арбитра сегодняшней встречи Максима Каплина уже прозвучал. Итак, ЦДК играет в синей форме сегодня, Интер в оранжевой, ну такой оранжево-красный, можно сказать. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. И сейчас по составам пробежимся, разберемся, кто на какой позиции играет. Тем более, что Интер, вопреки обыкновению, сегодня с тремя защитниками играет. Но можно сказать, что команда уже перестраивается на эту схему и все чаще и чаще ее используют. Два защитника, может быть, это достаточно авантюрно, может быть, под определенный набор футболистов эта схема не подходит. Ну и действительно, целый сезон был у Интера в прошлом году на то, чтобы привыкнуть к размерам поля, привыкнуть к уровню сопротивления, в общем, поискать какие-то оптимальные сочетания. На сегодняшний день в три защитника. Ну а ЦДК, который сейчас обороняется, и момент за моментом, Интер удар и выручает свою команду. Сейчас вернувшийся в оборону Сергей Сбродов, да, вот все спутал, все в одно слепил. Красные шапочки знаменитые. Помните, когда только появилась вот эта зимняя экипировка у ЦДК? Вот они первыми ввели одинаковые шапки для футболистов, и тогда это таким новаторским ходом выглядело. Так вот, ЦДК играет без нападающего. Эта схема тоже в определенном смысле такая уникальная. На мой взгляд, вот на постоянной основе не припомню, чтобы кто-либо еще так играл. Но у ЦДК определенно специфический набор футболистов. Много классных полузащитников. Вообще средняя линия очень сильная. И помимо Валерия Хабаренко здесь другие. Есть ключевые фигуры. Сейчас всех их я вам назову. Поэтому периодически действует так, и тот или иной футболист, меняясь позициями, может оказаться на острие. Ну что ж, давайте в лицах. Теперь после вот такого долгого стартового приветствия у Интера сегодня в воротах играет Алексей Поляков. У него в заявке номер 16. Три защитника слева направо. Николай Липаткин 17-й, Руслан Нахушев 11-й и Илья Федоров 80-й. В опорной зоне Дмитрий Мечков, номер 19. По флангам атаки Павел Сучилин, 9-й, и Александр Рощин, 7-й. На острие Артак Григорян, номер 77. Теперь ЦДК. В воротах Денис Зайка. Три защитника также. Сергей Сбродов, 20-й, Андрей Смирнов, 16-й, и Сергей Краха, 88-й. И четыре полузащитника, которые меняются позициями. Совершенно невозможно предсказать, кто на какой окажется в итоге. Вот сейчас Милешин под 15-м номером действует впереди. Валерий Лихобабенко, 6-й, Евгений Вашурин, 1-й. Вот так, на этой форме. Ну, присмотримся, конечно, поближе. Может быть, что-то там испутали, но на самом деле вот вроде бы все так и есть. Да, действительно, 1-й номер. И еще Максим Бунтов под номером 10 играет. Ну, а здесь у ЦДК вообще надо по поводу экипировки буквально два слова сказать. У Интера
В этом сезоне сменился цвет основной формы, и в протокол внесли соответствующие изменения. Вообще здесь Интер в этом отношении сработал четко. И теперь вот эта красная форма является основной для Интера. И по регламенту команда обязана, не то чтобы она имеет право выбирать, нет, она просто обязана играть в той форме, которая заявлена как основная. Но и ЦДК чаще всего играет в красной форме. Поэтому сегодня вот здесь достаточно долго перед матчем обсуждали команды возможные варианты. Интер сказал, что у них не хватает комплекта в запасной форме, придется играть в этой. Ну и вообще они хотят играть в этой. И, в общем-то, наверное, готовы были бы пойти навстречу армейцам. Но не в этом случае. Так, после штрафного Нахушев здесь решает разыграть. И такая передача, может быть, скрытая и неочевидная даже для партнеров. Поэтому Федоров там проскочил. Ну вот, и ЦДК пришлось переодеваться. Синих футболок не хватило на всех. Олег Полтевский должен был в стартовом составе выйти. Вместо него вышел Бунтов. Точнее, синие футболки есть, но не на всех нанесены номера. И вот поэтому Олег Полтевский вне игры сегодня. Ну а вот, например, у Вашурина такой нефутбольный для полевого игрока непривычный номер один. Но это все дела протокольные, на самом деле можно и футбол смотреть, вы на своих экранах соответствующую графику уже увидели, я вам максимально подробно рассказал о составах играющих команд, и теперь на поле все внимание, Сергей Краха подключился к атаке после зимнего перерыва. Команды по два матча провели, и вот Сергей Краха очень сильное впечатление производит. Он действует на позиции правого защитника, но регулярно ходит вперед. И, собственно, он забил ворота «Динамо». Пусть это взятие ворот и этот гол Крахи не помог армейцам набрать 3 очка и вообще набрать какие-либо очки, потому что «Динамо» забили затем дважды. Но, в целом, один из двух мячей как раз на его счету. Второй мяч забил Александр Авдеенко. В пятницу команды высшего дивизиона А проводили матчи перенесенного первого тура. Вот первого тура второй части чемпионата. И армейцы победили Гефест со счетом 1-0. Авдеенко забил единственный мяч с передачей Максима Бунтова. И вот таким образом получается, что у ЦДК после двух проведенных встреч два мяча забито, два пропущено. Одна победа, одно поражение, 3 очка, и, наверное, это не тот старт, на который можно было бы рассчитывать. Но, с другой стороны, кто заложится на победную серию в поединках с равными себе? И даже команды, которые, ну, так изначально выглядят чуть слабее, команды, может быть, второй четверки в вот этой топ-группе, если позволите, даже они оказывают серьезное сопротивление. Интер, например, после какой-то феноменально крупной победы над Невой, не то чтобы с трудом обыграл APC, но с трудом по счету. Получилось 4-2, там Интер вел 3-0, потом в течение буквально там 5 минут электроники забили 2 мяча, и нет, я не скажу, что была какая-то нервная игра. Интер чувствовал себя уверенно, Интер ход матча контролировал, но все-таки 4-2, согласитесь, это не разгром, и, по крайней мере, не такой результат, который можно было предположить изначально, исходя из силы соперников. Поэтому все интересно, поэтому нам так нравится смотреть вот эти матчи, поэтому здесь есть всегда интрига. Ну и еще с коллегами обсуждали мы такую вещь. Вот топ-клубы, которые сейчас вынуждены вот при новой формуле постоянно играть друг против друга, могут ли они проигрывать сколько-то, могут ли позволить себе проигрывать несколько матчей подряд. Например, сейчас после этого эпизода, здесь Серова Щина, мяч в руку подает для Валерия Халаменко, но по современным трактовкам это не нарушение правил. Здесь и с Владимиром Каржевским мы говорили на эту тему. И многие арбитры уже высказывались, и в том числе в профессиональном футболе. Вот сейчас с определением игры рукой очень... Ну, это самое сложное, наверное, нарушение правил, которое есть для трактовки арбитра. Но очень много разъяснений на эту тему. И если футболист этой рукой не пытается сыграть, он находится в естественном положении, так называемом, естественном для
того или иного положения тела или движения игрока, плюс, если недостаточно большое расстояние между игроком, между защитником, сыгравшим рукой, и мячом, то нарушение фиксируется, а здесь момент, и, по-моему, в Нахушева попадает сейчас Павел Сучилин, у него убойная была позиция, но там такая куча мала, и отбились армейцы, можно сказать, что и повезло даже в какой-то степени. Милешин с мячом сейчас вперед играет на Лихобабенко, тот мяч принадлежит вообще для ЦДК, мне кажется, важным фактором сейчас будет немножко взять мяч под контроль. Мы привыкли, что армейцы в Северной лиге одна из тех команд, кто проповедует комбинационный футбол, в меньшей степени заточены там на быстрые прорывы по флангам и так далее, больше на мелкий перепас, но Интер постепенно забирает у армейцев, ну вот, забирает такое право называться такой командой. Но все же Интер играет в более высоком темпе и больше нацелен на атаку. Если армейцы справятся с игрой соперника и получат контроль над мячом, возможно, они смогут здесь что-то противопоставлять. Потому что пока по игре видно, что Интер владеет значительным преимуществом. Мячков в штрафную на Григоряна. У Артака Григоряна теперь конкурент появился в умении прикрыть мяч корпусом. Я имею в виду Эрика Харчагина, но про этого футболиста вечером поговорит мой коллега Александр Седов во время матча «Динамо-Гефест». Призываю вас эту трансляцию посмотреть. У нас сегодня вообще большая программа трансляций. И помимо еще одной центральной игры, которая также вот соответствующей графикой пройдет, еще вечером матч «Легион Нева». Это вот как раз команда, которая, может быть, ставит перед собой задачи попадания в Еврокубки. Для Невы, может быть, такая прозаическая задача, ну, как-то какой-то выглядит слишком мелкой. Ну, вообще, учитывая последние результаты этой команды, последних сезонов после своего знаменитого доминирования в лиге, когда 5 чемпионатов подряд дружина Валерия Нурова выиграла, после этого, наверное, мы так по инерции Неву причитаем к фаворитам чемпионата. На самом-то деле и за медали вообще, за какие-либо там, за бронзовые, например, зацепиться, это большой успех. И, собственно, после 2010 года, то есть уже за 8 лет, всего 2 раза удавалось Неве бронзу взять. Поэтому я предположу, что если Нева справится со своими кадровыми сложностями, то она может побороться там за 5-6 место и попасть в Еврокубки. Ну а если не справится, то вот здесь большой вопрос. И для «Легиона» на самом деле тоже игра важная, потому что APC команда уже проиграла, а Нева сейчас выглядит посильным соперником для команды Александра Седова. Но это вечером. А сейчас продолжаем смотреть матч команд, которые первую часть чемпионата закончили в тройке. Интер выиграл первый круг вместе с Гефестом, набрав по 39 очков, но за счет победы в личной встрече ЦДК на третьей позиции закончил. На третьей динамовцы были, да, ЦДК на четвертой, там тоже равенство очков по 37. Ну, в общем, вы можете оценить, что в действительности разница небольшая. В 2 очках 4 команды расположились, потому что практически не допускали осечек с теми, кто расположен в нижней части турнирной таблицы и попал, соответственно, в дивизион Б выше лиги. Ну а между собой вот какие-то потери, естественно, были. И в частности, Интер одну из 2 игр проиграл армейцам. Но это после. Сейчас об истории противостояния и всем сопутствующем поговорим позже, потому что Руслан Нахшев опять готовится исполнить штрафной. И на этот раз в стенку попадает, но на этот раз бьет. А это еще один удар. Теперь Федорова с подбора. И опасно. Вообще по воротам Зайки, наверное, уже пяток ударов-то на Разури нанесли. Но Алексей Поляков откровенно мерзнет на противоположной половине поля. Если армейцы доходили до его штрафной, то ничем опасным это не заканчивалось. С другой стороны, вот примерно в том же стиле, в том же ключе проходили 2 первые игры армейцев после перерыва из «Динамо».
где ЦДКА, наверное, небольшое такое микро-преимущество имел, особенно в первом тайме и на стыке таймов. И вот в тот момент, когда Краха гол забил, так чувствовалось такое небольшое территориальное, даже не игровое, скорее территориальное просто преимущество. И матч с Гефестом, который в пятницу прошел. Вот примерно все то же самое было. Очень плотная борьба на Сихачевском поле. Гефест больше владел мячом, но ЦДКА нашел свой момент. И получилось так, что очень надежно и грамотно сыграл в обороне и не пропустил. Поэтому вот то, что Интер сейчас бьет по воротам, там как примиряется, в общем, подходит опасно, мяч разыгрывает, там, и зарабатывает штрафные, это еще ни о чем не говорит. У нас 15-я минута первого тайма, счет не открыт, и, ну, такой очень, очень насыщенный, очень плотный футбол мы наблюдаем. Вот первая возможность для такого прицельного удара. Этот удар заблокирован, а бил Александр Авдеенко, который на замену вышел. Сейчас вообще посмотрим, какие изменения в составах произошли. У ЦДКА Авдеенко заменил Бунтова, насколько я понимаю. Да, что касается Интера, то замены вот сейчас. Федоров уходит, Сучилин уходит, Григорян уходит. Три замены, да, соответственно. Алексей Мишин появляется на поле, у него номер 23. Денис Калинин номер 5. Так, кто еще? Алексей Аверьянов, по-моему. А, нет, Владимир Свежук, номер 99. И кто еще? И Дмитрий Волков на правую бровку. Значит, еще и Рощин ушел. У Волкова третий номер. Причем Свежук отправился в линию нападения. Он как раз вместо Григоряна. Ну, я думаю, что это изначально такая продуманная тактика. Потому что холодно, морозить запасных игроков смысла никакого нет. К тому же Интер, ну, в принципе, более глубоким составом всегда играет. Да, есть футболисты, которые выходят на поле и проводят там больше времени. Есть футболисты, которые проводят меньше времени, но в целом 4-5, там 6 футболистов со скамейки выходят почти всегда. Вообще у Интера 8 человек заявлено в качестве запасных, а у ЦДКА таких футболистов 5. И вот Авдеенко на поле уже появился. Ожидаем мы выхода и других запасных. Раз уж я эту тему затронул, давайте всех назову, чтобы потом вот на каждом конкретном варианте замены не останавливаться. Итак, у Интера запасной голкипер Эдуард Батыгин, Дмитрий Волков, Денис Калинин, Артем Ковалев, Владимир Колесников, Алексей Аверьянов, Алексей Мишин, Владимир Свежук. Начинали на скамейке запасных, четверо уже на поле. Что касается ЦДКА, Александр Авдеенко, Сергей Темрюков, Роман Памшев, Андрей Говоров и Александр Туменко. Пока на поле появился только Авдеенко. И вот сейчас замена. Вместо Алексея Милешина Сергей Темрюков уходит. У него 55-й номер. Сразу отправляется на правый фланг полузащиты. Хотя и в обороне может сыграть, насколько я понимаю. И вот тут, если уже есть взаимопонимание с Сергеем Крахой, то здесь мы можем такую связочку интересно понаблюдать. Один будет повыше подниматься, другой садится. И таким образом страховать друг друга, ну и подменять при атакующих действиях. Игра выровнялась, надо сказать. Интер по-прежнему чуть больше мячом владеет, но о таком серьезном преимуществе уже речь не идет. По крайней мере, ударов по воротам, наверное, минут 5 уже не было. Ну и об истории противостояний, да, мы хотели поговорить. Этот матч 9-й в истории соперничества этих клубов. ЦДКА, наверное, как грант сформировался чуть позже. Хотя, в принципе, команда, ну, всегда за высокие места на севере боролась, всегда с момента знаменитого разъединения. Вы знаете, в свое время часть игроков ЦДКА перешла
в западную лигу, и так образовался клуб «Атлантис», которого теперь уже нет. Вот СДК есть, и здесь менялся состав, не менялись руководители. Олег Полтевский всегда возглавил эту команду, позже Дмитрий Свиридов к нему присоединился. Ну и два чемпионских титула армейцы выиграли. Выиграли и Кубок Севера, выигрывали и Кубок ЛФЛ. В общем, такая достаточно славная история. Постоянный участник чемпионатов, Кубков России, континентальной футбольной лиги, ну и так далее. В общем, грант во всех смыслах этого слова. Ну а Интер — это Интер. Выступая на Северо-Востоке, там 10 лет команда доминировала. Практически 8 чемпионских титулов, одно второе место, несколько кубков, Лига чемпионов, суперкубки, и уже перейдя на Север, Интер также два трофея завоевал, кубок в прошлом году и суперкубок в начале этого сезона, в начале, но не перед стартом чемпионата, как обычно, уже после того, как пару игр было проведено в первом круге. И вот в этом матче за суперкубок Интер как раз обыграл ЦДК. Обыграл со счетом 5-2. Эта победа стала третьей в истории соперничества этих команд. Два предыдущих раза Интер выигрывал в Лиге чемпионов в сезоне 12-13 и в сезоне 15-16. Тогда команды обменивались победами. В сезоне 12-13 армейцы выиграли 3-0, затем проиграли 5-0, и Интер прошел дальше. Ну а в сезоне 15-16 2-1 выиграл ЦДК, Интер победил 1-0 в ответной встрече. Что касается чемпионата прошлого сезона, то здесь армейцы дважды одержали победу 4-3 и 3-1. И в первом круге чемпионата этого сезона выиграли у Интера с счетом 3-1. То есть вот в трофейной игре за суперкубок сильнее был Интер, а в чемпионате, причем эти матчи разделяли там, по-моему, пару недель всего, в чемпионате сильнее оказался ЦДК. Так что армейцы при любом исходе сегодняшнего поединка, в историческом контексте, будут впереди Интера, но я думаю, что вот как раз история волнует руководителей и футболистов в меньшей степени, а в большей степени, конечно, результат этого матча и чемпионата. Очень скоротечный будет второй круг, 14 матчей и все, ну или каждый второй примерно вот такого уровня, такого накала. Так что права на осечки нет. Ну что ж, 22-я минута. Игра стала ровнее, но Интер все равно почаще на левой половине поля. На ваших экранах сейчас угловой зарабатывает. Подача! Бьет Аверьянов в касание! И отправляет мяч в дальний угол. Не удержали, а рывок свой начинал нападающий, ну или полузащитник Интера от противоположного угла штрафной. Так забежал полукругом и в касание пробил. У Интера вообще эта комбинация является такой домашней заготовкой. Мы неоднократно видели в исполнении Артака Григоряна подобное. Он вроде бы там где-то у вратаря, потом отскакивает назад под передачу, бьет в касание. Ну, мастерство этих футболистов позволяет им чуть ли не каждый второй подобный шанс реализовывать. Очень странно, почему еще не приспособились такому розыгрышу корнера соперники Интера. Но, как бы то ни было, на 23-й минуте Нарадзури выходит вперед. И когда мы говорили о возможности дважды там или трижды, ну, какими-то сериями проигрывать равным себе, нужно добавить, что для ЦДК победа над Гефестом была очень важной и принципиальной. Но вот представьте, если бы в пятницу выиграли античные, а сегодня, например, Интер, ЦДК начал бы второй круг с трех поражений подряд. Три поражения на такой дистанции — это, ну, если и не приговор, то близко к тому. Мы прекрасно знаем по прошлым сезонам, а ведь неважно, по какой форме развивается чемпионат, все равно все со всеми играют. Может быть, в этом году немножко иначе это все будет выглядеть, потому что
против команд из топ-8 соперники придут по 3 матча, получается, с учетом первого круга. Ну, первый мы уже за скобки выносим, там очки сгорели и ни на что не повлияют, но еще по 2 раза. Но в любом случае, 3 поражения — это много, там 4-5 это может быть уже критично для того, чтобы в тройке чемпионат закончить. Теперь в отношении, ну, вот армейцы выиграли, да, таким образом 2 подряд поражения не потерпели, и сейчас, естественно, шансы еще есть, 36 минут играть, по большому счету игра только разгоняться начала как следует. Вот, сейчас Аверян выезжает, пас из глубины, Зайка выручает свою команду. Теперь в отношении Гефеста тоже справедливо. Команда в первом матче после перерыва обыграла Голдшарк. Голдшарк усилился. Голдшарк выглядит сейчас 5-й командой по игре. Может быть, даже с претензией на большее. И Голдшарк, проиграв Гефесту, выиграл у Невы и APC. То есть вот те команды, которые принято считать прямыми конкурентами Акул, желто-черные обыграли и довольно уверенно. После этого Гефест уступает армейцам и сегодня играет с Динамо. Если проигрывает вот те самые 2 подряд поражения, то это уже ситуация тяжелая. Я думаю, что вечером, конечно, ждет нас еще один классный матч. Всех призываю к экрану, если кому-то холодно на стадионе, но так или иначе эту игру посмотреть стоит. Ну а динамовцы имеют 2 победы в своем активе. Не то чтобы нужно проигрывать или там можно себе позволить проигрывать, но есть еще право на ошибку. В общем, очень интересно. Здесь показалось, что нарушение, да, Каплин отреагировал на это единоборство. Вашурин на газоне оказался после того, как Волков в него врезался. И опасный штрафной. Но вот здесь с левой ноги Валерий Лихобабенко мог бы пробить. Но я его на поле не вижу. Поэтому кто-то будет из других футболистов исполнять. Вашурин и Краха у мяча. Но вот с этой точки, мне кажется, у Интера безоговорочно Руслан Нахушев бы бил. У Динамо Илья Чижиков, а у Гефеста Андрей Моисеенков. А вот СДК Левоногова не нашлось, поэтому розыгрыш и не очень удачно получается. Липаткин по флангу мчится. И он уже до чужой штрафной дошел. Прострел. Нет, здесь все надежно. Вашурин. На другой фланг мяч переводит. Вот Александр Туменко на поле появился. Бунтов вернулся. Вот СДК здесь вообще все переигралось. И сейчас такой легковесный состав. Сбродов. Центр. Авдеенко. Еще Говорова мы не видели пока в игре. Говорят, что немножко... Ох, какой момент! И Нахушев спасает свою команду. Вашурин бил в касание, и мяч летел в верхний угол. Нахушев успел подставить голову. Будет угловой. Напомню, что Гефесту как раз после розыгрыша углового армейцы забили. И опять не подают. Понимают, что малышей больше. У Интера защитники все высокорослые. Плюс Дмитрий Мечков. Плюс Владимир Свежук, если опускать. Ну, в общем, здесь футболистов такого среднего роста. Да только Алексей Мишин, наверное. Остальные все высокие. У ЦДК наоборот. Бунтов, Вашурин, Краха, Туменко. Ну, кому там играть на втором этаже? Поэтому розыгрыш и розыгрыши пока стандартов успеха армейцам не приносят. Первый тайм к концу подходит, 2 минуты. Но вот сейчас тот самый отрезок, когда армейцы всей командой перешли, ну, за исключением Дениса Зайки, естественно, перешли на чужую половину поля, и Интер обороняется, и обороняется очень глубоко. Краха на правом фланге, в центр уходит, смещением Сбродов на Вашурина, Вашурин. Вот эта игра ЦДК, как мы привыкли, бьет Сбродов мяч, заживало немножко, и у Интера возможность для контратаки будет.
ну и уже не для контратаки, а для позиционной атаки в том числе, потому что мяч от Александра Авдеенко пределы поля покинул, и, конечно, он недоволен в полу борьбы, но мне показалось очевидным это решение. Вообще, первый тайм для Максима Каплина складывается очень легко. Команды амбициозные, заводные. Тут есть футболисты, которые могут поспорить с судьей. Но пока все корректно и в пределах допустимого проходит. Туменко мяч удерживает. Вариантов нет. Приходится назад через Краху разворачивать. Краха в центр идет. Неплохой на Вашурина пас. Но внимательны футболисты Интера. Мяч сразу выбивают. Мячков и... Ну, как проброс. Сегодня хоккейная тема актуальна. Поэтому можно побаловаться терминами из другой игры. Ну и вот еще вам в качестве шутки. Вот та половина, на которой сейчас Интер играет, видите, она заснежена, таким инеем покрыта. Но при этом момент сейчас Вашурина, он бьет, и 1-1 за 15 секунд перерыва. Интер ошибается, и Вашурин использует свою возможность, по сути, первую для того, чтобы забить. Ну а Интер так здорово проведший тайм, вот в концовке лидерство не удерживает. Тут же Максим Каплин отправляет команды отдыхать. Возвращаемся в эфир, друзья. Матч четвертого тура высшего дивизиона А. Интер-ЦДК после первой половины 1-1. Интер владел преимуществом, наверное, две трети тайма. В какой-то момент игра стала подравниваться. В концовке подавили армейцы. Но и голы уместились в 7 минут на 23-й. Алексей Аверьянов счет открыл после розыгрыша углового. И на последней минуте Евгений Вашурин воспользовался ошибкой защитников Интера. Остался с глазу на глаз с Алексеем Поляковым, перебросил его и восстановил паритет. 1-1 значит, что второй тайм должен получиться очень интересным. Обе команды, естественно, будут за победу бороться. Вот обещанный штрафной в исполнении Руслана Нахшева момент. Там, по-моему, от защитника армейцев мяч уходит. Сейчас Интер разыграет угловой. И затем по составам пробежимся. Вторую половину вроде бы и те, и другие начали так же, как и первый тайм. Но все равно перечислю всех футболистов для тех зрителей, которые решили только сейчас включить наш эфир. Итак, у Интер в воротах Алексей Поляков, три защитника: Николай Лепаткин, Руслан Нахушев и Илья Федоров. В центре поля Дмитрий Мячков. На флангах Александр Рощин и Павел Сучилин. Впереди Артак Григорян. Мячков сейчас мячом. Он в штрафную входит направо. Федорову навешивает и мяч. Неудачно обрабатывает Алексей Милешин. Дальше Рощин там пробил рикошет. И, в общем, ЦДК отскочил, что называется, в этом эпизоде. Отскочил, отбился, как хотите называйте. Денис Зайка будет вводить от ворот. Он, естественно, сегодня защищает армейские владения. Он страж ворот. Защита ЦДК: Сергей Сбродов, Андрей Смирнов и Сергей Краха. И, в принципе, все остальные футболисты как полузащитники заявлены. Ух, Зайка-то сейчас начудил, за пределы штрафной выскочил. Пытался сыграть головой. Ну да, Григорян его подтолкнул немножко. Ну, вообще опасно. Чуть поскользнешься, мяч в сторону и ворот пустые. Еще рассчитать отскок мяча нужно на таком поле. Но это игра Дениса Зайки. Он, в общем, неоднократно говорил, в том числе своим партнерам по ходу матча, отвечая на критику, что я так играю. За это меня сюда и приглашали, что Зайка может и выйти, и сыграть ногами, и помочь в розыгрыше мяча, в том числе, оставаясь при этом классным вратарем.
Ну, а ошибки подобного рода бывают, случаются. Тем более, если они ничему не приводят. Итак, в центре поля у ЦДК Валерий Лихобабенко и Евгений Вашурин. И, ну так, назовем их вингерами, хотя тут все перемещаются, смещаются. Сейчас Алексей Милешин и Максим Бунтов. Без чистого нападающего. Андрея Говорова, кстати, в игре мы не видели. Я начал про него рассказывать, что у него было не очень самочувствие. И в пятницу мне Дмитрий Свиридов сказал, что Говоров болеет, и поэтому в игре против Гефеста участие не принимает. Но, видимо, поправился. Достаточно ли хорошо себя чувствует форвард, чтобы сегодня играть, непонятно. Уж как минимум на штрафной-то, а, там, или на пенальти, если будет 10-метровый назначен, выйти сможет. Он переоделся, он в форме. Армеец сейчас владеет мячом на чужой половине, но выжимает Интер соперника через центральную линию, за центральную линию. Приходится откатываться назад, и вот уже потеря. Теперь Нахушев вперед, здесь борьба, и мяч, по-моему, от ноги Павла Сучилина уходит. А вот сейчас Максим Каплин, конечно, грамотно, как опытный судья, он рукой не показал ни в ту, ни в другую сторону, посмотрел на реакцию футболистов, поскольку Сучилин не спорил, видимо, там устно сказал, игроки слышали, кто должен из-за боковой вводить. Рощин мяч оставляет Григоряну, а здесь фол на Евгении Вашурине, он на газоне. Борьбы больше стало, ну и цена ошибки возрастает. У ЦДК 3-3 разница. Вот, пожалуйста. Минимальная победа, минимальное поражение и теперь ничья. Смирнов, здорово, сейчас армейцы разыграли, вот пас не очень удачный придумал центральный защитник. Наверное, мог бы еще пройти и затем уже задействовать набравшего скорость Максима Бунтова. Или с левой тогда отдавать нужно было передачу и как бы вырезать мяч, чтобы он в сторону от ворот закручивался на фланге. Не получилось, было перспективно. Ну и хотел пошутить я в первом тайме, что где большая часть игры проходила до перерыва, там словно подогрев включили, на противоположной половине поля снежком присыпало. Ну, после этого армейцы сразу забили. Хотя действительно, можно сказать, что истоптал тут Интер в первые 15 минут, как минимум, половину ЦДК. Выносят мяч и штрафной защитники. Липаткин на подборе. Рощин, прострел. Григоряна там очень плотно держит. Здесь нарушения не было. Здесь, наверное, был контакт, но вначале Смирнов сыграл в мяч. Или даже, скажем так, вообще мяч на неигровом расстоянии был. Он то ли от Смирнова, то ли от самого Григоряна отскочил на фланг. Нахушев вперед. Григорян цепляется. А вот здесь здорово. И ударная позиция, бить не стал Сучилин, но за счет партнера ушел. Подача, Краха выбивает. Рощин, вот убойная позиция, и рядом со штангой мяч проходит. Опасно, опасно было. И Зайка не спешит. Сейчас армейцам небольшая пауза нужна. Футбол, конечно, на очень высоких скоростях проходит. Уже 7 минут второго тайма позади. И, кстати, вот сейчас чуть левее, когда повернется камера, увидите, где Владимир Колесников эту игру смотрит. Тренер Интера, он тоже в заявке, но, судя по всему, не собирается ни при каких обстоятельствах выходить на поле. Залез на сугроб и как бы пытается вот все поле взглядом захватить. Может быть, сейчас как раз придумывает какой-то тактический план на последнюю треть игрового часа. Ну, у ЦДК действительно реализация стопроцентная. Один момент, и тот
после ошибки защитников, и гол. У Интера и подходов побольше, и опасных ударов в том числе. Но на табло одинаковые цифры горят. И пока никакого преимущества, никакого реального перевеса из своего владения мячом, владения территорией Интер не извлекает. И Григоряна прихватили плотно. Вот сейчас он выбирается на ударную позицию, бьет через рикошет и будет очередной угловой. Но Григорян вообще игрок штрафной площадки. И когда он эту штрафную площадку покидает, он становится менее опасным. Возможно, в этом план армейских защитников как можно плотнее опекать этого нападающего. Он ведь не только много забивает, он еще и очень много принимает участие в голевых комбинациях своей команды. Но после этого момента, ух, какой удар, вот как раз оставили одного Артака, он принял на грудь и сразу же пробил, причем из-под ноги защитника мяч вылетал, но не совсем в угол получилось, и Зайка на линии сыграл здорово. Авдеенко контролирует мяч, который выкатывается за боковую. Милешин здорово сыграл, но не догонит, пожалуй. А нет, глядите, догоняет мяч, отыгрывает Крахе, тот Зайке. Армейцы продолжают владеть, но здесь не очень долго получилось в итоге. Григорян по флангу, Краха в подкате, здорово. Федоров. Центр отдает, а передача не проходит, Авдеенко. 4 в 4, атака направо, Милешин мяч получает, но у него нет адреса для передачи, поэтому он отдает, выполняет такой прострел. И угловой ЦДК зарабатывает. Валерий Лихобабенко будет его исполнять. И выполняет подачу. По-моему, впервые в этом матче армейцы так разыгрывают корнер. Ну и этот навес легкой добычей становится для защитников Интера. Так, здесь, ну что, здесь нарушение в борьбе. Досталось Николаю Липаткину. Да, зафиксировал Максим Каплин фол и штрафной, соответственно, но мяч так уходил за боковую и был бы у Интера. Здесь фолит Григорян в атаке. Григоряну, видите, немножечко не хватает свободы. Было у него пару моментов для удара, но не более того. Заводятся потихоньку команды. Больше выражают недовольство решениями арбитра и друг другом иногда. Ну и без подробностей, все-таки, наверное, я не думаю, что это стоит рекламировать, да, каким-то образом лишний раз напоминать, но только о футболе поговорим. А после этого момента, потому что Григорян должен забивать его, он не забивает, но на добивании первым оказывается его партнер. Сейчас посмотрим, кто там это был. Судя по всему, Павел Сучилин, но сейчас уточним, или Федоров, кто там? Павел Сучилин. Григорян не забил, там кто-то из защитников сумел на линии расположиться. Ну и навес, в общем-то, не очень опасным был, если бы Зайка предпочел мяч не ловить, а кулаком перевести его дальше. Получилось, как получилось. 2-1 на 43-й минуте. Времени, чтобы отыграться, полно. Но, с другой стороны, также много возможности теперь будет и у Интера, и будет посвободнее на чужой половине поля.
Сейчас, кстати, на Разуре по графику через минуту-другую должны свою массовую замену проводить. Некоторые футболисты там уже переодеваются. А у ЦДК, кстати, вот Говоров, он появился на поле. Заменил Бунтова. Авдеенко. Как раз на Говорова мяч бросает. Тот проиграл единоборство Руслану Нахушу. Григорян. Мячков. Направо Рощин. А кто пробьет? Федоров тоже не решается. Сучилин делает передачу и выбивает. Сергей Сбродов или Андрей Смирнов выбивает из собственной штрафной. Рощин поперек, Мячков. Григорян, удары, опять Зайка не ловит, но на этот раз неудачно для футболистов Интера. Илья Федоров подключился к атаке и мог замыкать дальнюю штангу, но мяча махнул, и сразу же защитники выбили. Это штрафной, Вашулин Сучилина сбивает. Вот третий мяч, наверное, сейчас практически предрешил бы судьбу поединка. А так шансы у армейцев остаются и вполне рабочие. Нахушев. Прострел! Какой классный пас! Штанга! И опять не забивают Федоров. Ой-ой-ой. Ну, так транжирить голевые эпизоды нельзя. Ну, как пас Нахушева прошел, по-моему, никто из защитников не ожидал. Такого пласера, скользящий по снегу мяч. Очень здорово было сыграно. И как увидел. Здесь мой Краха там с линии выбивал. У вас тоже есть, друзья, возможность отмотать трансляцию и посмотреть. Ну, как бы повтор, тем более сейчас небольшая пауза. Ну, вот Зайка вводит мяч в игру, и сражение продолжается. Григорян. Ничем эта атака не завершилась. И штрафной будет Сергей Бродов. Сейчас Сбродов исполнять. Краха на правом фланге. Еще один аут. Ну, а вот Никита Лаврентьев, мой коллега в сегодняшней трансляции, режиссер эфира, бесчисленное количество раз уже крутит повтор голевой комбинации второй, и выясняется, что Илья Федоров все-таки последнее касание, голевое касание в этой атаке произвел. Сучилин как раз изначально подавал с левой бровки. Ну вот, оба в синих шапках, можно было спутать в этой суматохе. К тому же, справедливость уже восторжествовала, и мы опять футбол можем смотреть. Здесь ЦДК штрафной зарабатывает на чужой половине. Вашурин разыгрывается, Смирнов в центр. Опасно, и здесь не проходит передача у Сергея Темрюкова. Григорян. Ждет партнеров, Мячков. Но вот нет прямого противостояния сегодня Мячкова и Лихобаменко. Все-таки разными схемами команды сегодня играют. Ну а гол Григоряна все-таки есть. И голевая передача Павла Сучилина тоже есть. Здесь все было четко сыграно. 48-я минута. Артак Григорян делает счет 3-1. И по такой игре это много. К
Конечно, можно предположить, что ЦДК сдаваться не будет и попробует что-то придумать. Но Интер выглядит вот в целом как-то более такой сбалансированной командой по игре. Более глубокий состав у Нарадзури, и футболисты, которые подменяют друг друга и выходят на замену, они, в общем, не особенно уступают, да вообще не уступают. Они все равнозначны, равноценные, а это позволяет и высокий темп поддерживать, и любой из них может решить исход эпизода. Липаткин с мячком. И вперед затем. Но здесь, вот здесь нарушение выглядело, конечно, так себе. Боролись за позицию, затем Сучилин оказался на газоне. Но Каплин посчитал, что все-таки защитник отталкивал его. Штрафной для Нахушева. Это опять левая нога. Это опять удобная точка. По-моему, чуть ли не все штрафные в сегодняшнем матче Интер зарабатывает правее центра ворот. Как по заказу. И все их Нахушев исполняет. Это четвертый его удар. И опять в стенку. Говоров скидывает, но там... Там зарубились Сергей Темряков и Павел Сучилин. Причем армеец правила нарушил. 10 минут до финального свистка. ЦДК будут замены. Так, Краха уходит, вместо него Туменко. И Лихобабенко с Бунтовым готовится, но не выходит пока. Ну а кого? Предположу, что Говорова. Ну и кого-то из полузащитников. Вашурина едва ли. Может быть, Темрюкова. Но Темрюков сейчас позицию правого защитника занял как раз. Ну, посмотрим. Что гадать. Через какое-то время эти замены состоятся. Говоров здорово сыграл в подыгрыше. Получил обратную передачу от Туменко. Бьет. Не очень сильным получился удар. Таким акцентированным. Для Полякова это, в общем-то, не проблема. И он очень надежно сыграл. Голкипер мяч и от себя не отпустил. Там ни о каком добивании речи не было. В общем, все надежно. А нет, смотрите, Вашурин поле покидает. Лихобабенко вместо него. Бунтов стоял рядом с ассистентом главного арбитра Игорем Елисеевым. И затем на скамеечку обратно отправился. Видимо, пока замены не будет. А Интер в атаке, и здесь от Григоряна мяч за лицевую уходит. Смирнов, Темрюков. Да, здесь, конечно, Лихобабенко поторопился. Мне кажется, не в касание нужно было играть. Ну, не мне учить Валерия Лихобабенко. Ничего себе. Человек выиграл в ЛФЛ, по-моему, все, что можно выиграть. И нельзя в том числе. И на севере он выступал за Неву. И затем футбольный клуб «Барс» со всеми сопутствующими сборными и Западного округа, и сборной России, когда эти турниры начинались, и не только в Любительской лиге Москвы, но и на чемпионатах России. Ну, в общем, все, что тут перечислять. Хабабенко многократно лучший игрок вот этих всех финальных турниров, и чемпионата России, и Кубка России, и финальных турниров сборных. Так что он, конечно, лучше знает, но поскольку не получилось армейцам что-то придумать на том фланге, так можно осторожно предположить, что из всех вариантов решение не оптимальным было, как минимум. Мячков с Нахушевым, назад Поляков. Поляков.
Длинный вынос вперед. И Григорян на ударной позиции, но здесь не очень здорово получилось разворот пробить. Забавно, что сказал я про красные шапочки армейские в первом тайме, но у Интера ведь тоже синие шапки Интер. Они, наверное, сейчас не у всех футболистов популярностью пользуются, потому что ну, они такие мощные, прямо скажем. Может быть, слишком жарко в них, может быть, они неудобны для верховой борьбы. Но вот сейчас, пожалуйста, например, Алексею Мишину она не помешала мяч скинуть и выиграть это единоборство у Сергея Сбродова. Да, достаточно долгое время у Интера, кроме вот этих шапок, ничего в экипировке с Интером команду и не связывало, с Интером миланским, я имею в виду. Сейчас летний комплект формы, очень, на мой взгляд, стильный и в определенном смысле красивый. Но для тех, кто любит итальянский футбол так же, как любит его Сергей Филин, например, и вот эти полосатые формы в частности, ну, знаете, черно-синие полоски, оранжевые гетры, ну, даже не оранжевый, а такой грязно-желтый цвет, вот эта эмблема Интера нанесена на футболке, в общем, все понятно. Ну, а зимой такой вот альтернативная расцветка экипировка используется. Хотя мы постепенно уже тоже привыкаем и к таким сочетаниям цветов у Нерадзури. Штрафной сейчас Мишин выполняет. Не получилось. Он поскользнулся при исполнении стандарта. Но там сразу прессинг, и баллисты Интера не позволяют армейцам выйти с своей половины. И штрафной, да, но не более. Но вот здесь технический брак. Григоряну сложновато было. Фактически на лицевой линии мяч четко обработать. Ну и Бунтову здесь тоже. Говоров, кстати, пределы поля покинул, как мы предполагали. Бунтов вышел, но Туменко скорее нападающего сейчас играет. И схема 3-3-1 у ЦДК. Ну, понятно, все равно постоянно трансформируется. Интер играет по своему изначальному плану. Но вот свежие футболисты есть, и не только Алексей Мишин. Еще на поле Владимир Свежук и Алексей Аверьянов появились. Причем Свежук сейчас играет глубоко. Ну, не скажу, что в обороне, скорее ближе к центральной зоне, там, где Дмитрий Мечков. Но Мечков подключился, чуть повыше поднялся, и Свежук сразу его подстраховал. С тактической точки зрения очень интересно наблюдать за матчами вот таких крутых команд. Здесь действительно футболисты понимают, куда нужно бежать в том или ином случае. Ну и как учебное пособие, в том числе, почему нет. Лихобабенко. Назад. Смирнов. Да, Интер сейчас просто не позволяет ЦДК не то, что там какой-то штурм организовать, просто выйти, просто поднять голову и вздохнуть. Остается 3,5 минуты до конца. Рискну предположить, что неразрешимая задача у армейцев. Ну, разве что прямо сейчас надо забивать. Смирнов пошел вперед, Бунтов на фланге. Центр размещается, хорошая передача, Туменко, но вот здесь исполнять надо. Он еще одну передачу задумал, уже сложно. Если бы она прошла, это должна была быть какая-то ошибка защитников Интера. Вашурин. Бунтов, Вашурин. Вот опять, как и в концовке первой половины, вот этот мелкий перепас перед штрафной, но сейчас он ни к чему не приводит, и Григорян убегает в контратаку, за ним Лихобабенко мчится, Григорян на ворота почему-то не пошел, он остановился, ну и, наверное, правильно, потому что мяч на Разуре сохранили. Мишин финтит и назад отдает Руслану Нахушеву.
Нет, здесь фол. Здесь фол погорячился Артак Григорян. Уж очень ему хотелось этим мячом завладеть. Ну что ж, еще полторы, а то и две минутки утекли. ЦДК надо отдать должное. Команда старается, это очевидно. Но также очевидно, что сейчас просто меньшим ресурсом кадровым армейцы обладают. По крайней мере, я думаю, никто не назовет эту победу Интера незакономерной. Вот Поляков тут разок можно себе позволить. Ну, Алексей Поляков там совсем замерз без работы. И мяч у него с ноги срезался. Аверьянов в дальний угол. 4-1. Ну все. Вот теперь это победа. И Алексей Аверьянов дубль оформляет на 59-й минуте. Ну что ж, Интер сильное впечатление производит. ЦДК все равно, естественно, остается в когорте команд, которые поборются за медали. Но теперь, после двух осечек в трех матчах, чтобы претендовать на титул, армейцам нужно выдавать какую-то серию. Нужно обыгрывать всех подряд, надеяться, что в других матчах конкуренты очки поделят или будут терять по очереди. В общем, наверное, не все теперь в руках армейцев. Ух, Валерий Лихобаменко настолько техничен, что даже спиной он, когда мяч принимает, тот не отскакивает. 42 года. Вот буквально пару недель назад Валерий Лихобаменко очередной день рождения отпраздновал и поучаствовал в сборах футбольного клуба «Велес», хоть и не в профессиональной лиге, да, участвующей, но достаточно профессиональной самой по себе. Ну ладно, ладно, это все, эти все разговоры оставим как задел на будущее. Финальный свисток Максима Каплина прозвучал, он зафиксировал победу Интера со счетом 4-1, победу заслуженную и полностью закономерную. В общем-то, мне показалось, что такой в действительности шанс у ЦДК был только в начале второго тайма, если бы удалось не пропустить. Но сложилось все немножко иначе. Я прощаюсь с вами, друзья, но призываю оставаться в эфире. Мой коллега Никита Лаврентьев возьмет интервью у кого-то из героев сегодняшнего поединка. Ну а вечером еще раз напомню, что вас ждут две прямые трансляции. Рядом со мной Алексей Аверьянов, один из героев сегодняшней встречи. Поздравляю, во-первых, с победой. Какие эмоции после сегодняшнего поединка? Спасибо большое за поздравления. Эмоции положительные, победы над хорошим соперником. Следующие выходные надо также с Гефестом выигрывать. На улице действительно тяжелая погода, скользко. Как вам само покрытие газона? Как вообще играть в таких погодных условиях? Ну, очень скользко, бутсы не оденешь. Очень холодно из-за такой температуры, все-таки минус 15, это много. Ну и в принципе неприятно, конечно, играть. Мышцы не те, как летом, не такие разогретые, так скажем. Спасибо и удачи. Спасибо.